есть раннее стихотворение, ну, вы знаете, где была у вас греческая церковь, когда ее ломали, теперь так мало греков в Ленинграде, что мы сломали греческую церковь, да построить на свободном месте концертный зал. В такой архитектуре есть что-то безнадежное. Впрочем, концертный зал на 1000 с лишним мест не так уж безнадежен. Это храм и храм искусства. Кто же виноват, что мастерство вокальное дает сбор больше, чем знамена веры? Жаль только, что теперь издалека мы будем видеть не нормальный кукол, а безобразно плоскую черту. Прекрасно помню, как его ломали. Церковный садик ехал на экскаваторах, с подвешенной к стреле чугунной гири, и стены стали тихо поддаваться. Потом туда согнали самосвалы, бульдозеры. И как-то поздний час сидел я на развалинах апсиды, провалах алтаря зияла ночь, и я сквозь эти дыры в угле смотрел на убегавшие трамваи, на вереницу тусклых фонарей. Когда-нибудь, когда не станет нас, точнее, после нас на нашем месте, возникнет тоже что-нибудь такое, чему любой, кто знал нас, ужаснется. Но узнавших нас не будет слишком много. Вот так в подставе памяти собаки на прежнем месте задирают лапу. Ограда снесена давным-давно, но им должно быть грезится ограда. И что им этот безобразный дом? Для них тут садик, говорят вам садик. А то, что очевидно для людей и собакам, совершенно безразлично. Вот это и зовут собачья верность. И если ты можешь мне говорить всерьез об эстафете поколений, то верю только в эту эстафету, вернее, в тех, кто ощущает запах. Сегодня ночью я смотрю в окно и думаю о том, куда зашли мы, и от чего мы больше далеки, от православия или эллинизма, к чему близки мы, что там впереди. Не ждет ли нас теперь другая эра? Если да, то в чем наш общий долг и что должны мы принести им жертву? И вот это он написал в 1956 году, будучи очень молодым.